Ну, тут выполнено вот по этой стороне, по этой оси, полностью выполнен фасад уже с рустами, кроме декоративного нанесения. Одна сторона фасада полностью, в принципе, готова под декоративную работу. С другой стороны выполнена расчистка, проведена в тех местах, где требуется антигрибковая обработка стен, и встали, скажем так. Почему? Потому что не хватает финансирования на той стороне. Вот. Стены, весь периметр всех несущих стен старого здания полностью проинъектированы, то есть усилены специально инъектирующим составом, который готовился специально под этот объект. Все несущие стены проинъектированы. То есть в данном случае мы видим, то есть вот производилась такая работа с определенным шагом, производилось засверление, вставлялись клапана, и под давлением в кладку закачивался раствор. Чтобы... Это для того, чтобы усилить марку кирпича и несущую способность стен. Это вот так, старого кирпича? Старого кирпича, да. Потому что, скажем так, и марка кирпича за время немножко упала, ну и раствор, связующий между кирпичами, тоже. То есть, где есть пазухи, были трещинки, и все это полностью заполнено. Мы находимся сейчас в подвале возле так называемой 14-й оси. Это ось делящий, то есть старый новострой и старый исторический музей. Здесь раскрывались фундаменты, и под фундаменты заводились новые несущие балки усиления. Так, сейчас мы заходим в теплоузел театра. Это новый теплоузел, полностью смонтированный. Произведена настройка. За стеной, если можете посмотреть, где-то есть вакуумная емкость у нас расширительная, и есть там шкаф управления. К этому, то есть электроника за стеной. Здесь, скажем так, трубы, манометры, клапана. Подача тепла мы готовы. Сзади, кстати, вот видно, вот это вот отопление от города. То есть с городом мы тоже соединены. Готовы к принятию тепла. Ну и как мы видим, от теплоузла уже проведена разводка труб системы отопления по всему старому зданию. То есть можно в любой момент навешивать радиаторы и включать тепло. Давайте так. Вот мы находимся под сценой. Как вы видите, здесь несущая конструкция, металлоконструкция сцены была в плачевном состоянии, вся гнутая, помятая. Всю ее отреставрировали, все детали, которые были необходимо заменить, заменены. То есть планшет сцены готов к монтажу. То есть сама металлоконструкция готова, теперь можно монтировать сам планшет сцены. Вот здесь, скажем, подвальная часть музея, ну, оси 1-6. Здесь выложены все кирпичные перегородки, проведена уже черновая штукатурка, то есть готова под шпаклевку. И, как видите, здесь была старая шахта лифта. Старая шахта лифта была разобрана, уже стоит новая до самого верха. То есть готовы под монтаж лифта. А вот трубы? Так, трубы. Трубы – это у нас уже идет система вентиляции. То есть частично здесь сделана система вентиляции. Это трубы к системе охлаждения идут, то есть для подачи жидкости на систему охлаждения. Ну, это как все видим, короба. Это вот тоже система вентиляции. На первом этаже она проложена. Это также трубы холодоснабжения. А что тут охлаждается? У нас вообще в театре должен быть определенный климат, определенная температура. У нас не то, да, он должен быть не только жаркий, но и прохладный летом. То есть для этого и существует система вентиляции, система кондиционирования, система холодоснабжения. Как видите, короба здесь, в принципе, все проложены. Это мы видим гипсокартоновые перегородки, то есть полностью сделаны. Стены все заштукатурены, то есть несущие стены, кирпич заштукатурен. Ну и, как говорил, отопление везде, то есть стояки раскиданы, ждут.
счастливого момента, когда повесят на них радиаторы. Это служебные помещения, это так называемая административная часть здания. То у нас за сцена и зрительная часть, все, что оттуда за сценой, это уже у нас служебные помещения. Вот так называемый балетный зал. Балетный зал здесь, это четвертый этаж, и все этажи ниже, производилось усиление плит перекрытия. То есть здесь плиты разрезались, в них вставлялось дополнительное армирование и проливались бетоном марки 200. Как видите, система отопления снизу до самого верха, вот она. Это абсолютно новое, от подвала. В подвале был изменен также, кроме того, что сама шахта лифта, был еще изменен и фундамент шахты лифта. Уже под новые требования, под новые, то есть лифты, под новые нагрузки. То есть здесь от фундамента и до самого верха шахта лифта новая. То есть это вот так называемое усиление плит перекрытия, про что мы с вами говорили ранее. Плиты взрезались. В них вставлялась дополнительный каркас и заливалась бетоном. Здесь осталось сделать стяжку, и будет новая плита. Если для понимания, вот такие каркасы вставлялись в плиту, в каждую пазуху. То есть у нас здесь были старые пустотелые плиты, варился каркас, вставлялся и заливался бетоном. Здесь был, так скажем так, из маленьких плит узких выложены эти коридоры. Их разбирали, и новая плита по новым требованиям, чтобы выдержать несущие конструкции. Да, кстати, вот, мы на той стороне не посмотрели. Вот здесь, когда мы пришли, тупо ничего не было. Сделаны новые пожарные лестницы, это проектное решение. То есть опуски симметричные находятся на той стороне. Ну и выложена стена, то есть получилась вот у нас такая пожарная лестница, полностью из металла. Их не было, нет, это новые требования пожарной безопасности. А вот про то, что мы говорили, несъемная опалубка. Мы стоим сейчас на бетоне, это так называемая несъемная опалубка. Вот видите, вставлялись балки в пазуху, арматура, это профлист, армировать, и заливались новые плиты. Все четыре этажа. У нас... На фасаде был вырубленный весь лепной декор, то есть снят, демонтированный. Мы получили, скажем так, остатки былой роскоши. Разбитые, расколотые. Это осталось то, что можно еще использовать. То есть остальное было чисто разбито, разломано. У наших лепщики собирали, склеивали, делали розетки, формовали и по ним лили формы. В принципе, я сейчас покажу, какие лили и делали. Сами детали фасада, которые уже с нами изготовлены и вылиты. Это лиры, розетки, карнизные части. То есть вот это готово все к монтажу. Все готово, бери, расклеивай. Это литера А. Здесь технические помещения, а также здесь находятся пожарные насосы. То есть насосы мы сами видим, то есть они все привезены, готовы к монтажу, не монтируются из-за того, что нет решения по плите, куда их монтировать. Тут должна быть плита под насосы, вот внизу, но решения по ней еще нет. Какая она должна быть, что и как нести. Но пожарные насосы уже закуплены, шкаф управления к ним тоже закуплен, они ждут своего звездного часа. Ну, это две балерины, которые полностью расчищены. Частичный произведен ремонт, и они готовы к нанесению на них защитного тиризитового слоя. Но он наноситься будет, когда мы их смонтируем наверх. Для чего не наносят сейчас, чтобы потом при монтаже частично его не уничтожить, чтобы они были ровненькие, красивые уже наверху.